Здравствуйте! Сегодня 20 февраля, и мы говорим о ситуации на рынке Форекс с главным аналитиком компании Maxi Forex Владимиром Сивашовым. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Завершилась очередная неделя на валютном рынке Форекс. Что можно сказать об исполнении вашего предыдущего прогноза по паре евро-доллар? Наш предыдущий прогноз по евро-доллару за период с 14 по 18 февраля предполагал подъем пары в ценовую зону 1.3590, 1.3618. А далее возобновление нисходящего движения к установленным в прогнозе целевым уровням. Фактическое движение валюты несколько изменило наши первоначальные ожидания. События начала недели в Египте и других странах Ближнего Востока усилили опасения инвесторов по поводу стабильности экономической ситуации и средств, вложенных в развитие региона, и перенаправили в связи с этим денежные потоки в более безопасную американскую валюту. Курс евро на этом фоне после открытия торгов в понедельник продолжил снижение. Однако публикация сильной экономической статистики из Европы и рост интереса к торговым операциям с высокодоходными валютами вызвали активный спрос на евро и рост его курса. На подъеме пара достигла установленный прогнозом диапазон и даже превысила его, завершив неделю вблизи максимального уровня на отметке 1.3692. Таким образом, прогнозируемое нами далее снижение курса единой европейской валюты ожидаем теперь уже на следующей неделе. А что можно сказать относительно вашего предыдущего прогноза по британскому фунту? Наш предыдущий прогноз по валютной паре фунт-доллар предполагал подъем курса британской валюты в восходящей коррекции, а затем возобновление снижения пары в новом нисходящем цикле. Фактическое движение валюты в основном подтвердило наши ожидания, однако с некоторыми поправками, имея в виду, что на прошлой неделе пара сумела реализовать только первую часть нашего прогноза – подъем курса британской валюты. После открытия торгов на фоне комментариев представителей Банка Англии о необходимости повышения процентной ставки для сдерживания инфляционного давления, курс пары действительно начал расти, достигнув и превысив на подъеме целевые уровни нашего прогноза. Однако опубликованный в середине недели отчет по инфляции, показавший, что в ближайшие годы уровень инфляции останется в пределах целевого диапазона, разочаровал инвесторов и вызвал обвальное падение валюты. Тем не менее, последующие сообщения о том, что в Комитете по монетарной политике Банка Англии усиливаются позиции тех, кто выступает за скорое повышение процентной ставки, помогли фунту вновь начать восстановление и зафиксировать максимальный уровень недели в зоне годовых максимумов на отметке 1.6261. Владимир, какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Евро продолжает топтаться в боковом диапазоне, никак не решаясь определиться с направлением дальнейшего движения. Снизившись на 300 пунктов после завершения восходящей коррекции недели ранее, на прошлой неделе евро вновь начал корректироваться, вернувшись к прежним ценовым уровням. Главным катализатором роста выступает спекулятивный интерес к рисковым операциям с высокодоходными валютами, а также надежда на повышение процентной ставки в еврозоне. Слабость подобных факторов в качестве источников роста очевидна. Учитывая, что валюта находится сейчас в нисходящем цикле ценового движения, переход от подобной динамики к падению курса может совершиться очень быстро. В нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем разворот пары от текущих уровней и начало снижения евро к ценовым уровням 1.3676, 1.3594, 1.3545, 1.3501, 1.3428, 1.3274. Вместе с тем не исключаем возможности попытки пары пробиться выше максимума прошлой недели – 1.3714. Пробой и закрепление курса евро выше него может вызвать возобновление подъема к следующим значимым уровням сопротивления на 1.3743 и 1.3861. А что ожидает пару фунт-доллар? Пара фунт-доллар также не торопится пока проявлять инициативу и развивать активное движение. На прошлой неделе фунт вновь завяз в корректировке позиций, вернувшись к исходу недели к предыдущим максимумам. Валюта явно намерена проверить сопротивление продавцов на уровнях
1.6275 и 1.6298, попытавшись пробиться выше этих уровней. До тех пор, пока курс британского фунта не преодолел 1.6298, сохраняется вероятность разворота пары на снижение к нижней границе треугольника. Учитывая техническую картину по данной паре, мы предполагаем на следующей неделе первоначальный подъем британского фунта и попытки протестировать вышеназванные уровни. Если же развить восходящее движение и пробиться к ним не удастся, курс пары фунт-доллар развернется на снижение к ценовым уровням 1.6182, 1.6108, 1.6058, 1.5992, 1.5961 и 1.5908. Владимир, какие макроэкономические показатели, выходящие на следующей неделе, могут быть интересны участникам торговли? Среди значимых для валютного рынка экономических показателей следующей недели можно отметить публикацию во вторник данных по объему заемных средств, привлекаемых в Великобритании для финансирования государственного сектора, а также индекс потребительской уверенности за февраль, публикуемый в США. В среду внимание инвесторов привлечет публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также данные из США по объему продаж жилья на вторичном рынке недвижимости. В четверг интерес участников рынка вызовут данные по динамике индекса цен на жилье в Великобритании, а также серия показателей из США, в том числе месячные изменения объема заказов на товары длительного пользования, количество первичных и повторных обращений за пособиями по безработице и объем продаж жилья на первичном рынке недвижимости. В пятницу инвесторов также ожидает публикации довольно значимых показателей. Среди них январские данные индекса потребительских цен в Японии, уточненные данные по приросту ВВП за четвертый квартал в Великобритании и в США. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru. А мы прощаемся с вами и желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.